Давай вот там попробуем взять еще. Там нас-то должно быть поменьше. Как раз меньше примесей будет. Бактерий, которые с ветром переносятся и со снегом. Здесь будешь? Да, отлично. Сотрудники Института молекулярной генетики снова вышли на охоту. Под метровым слоем льда жизнь бьет ключом. Миллионы невидимых человеческому глазу бактерий, среди которых, возможно, есть и опасные для здоровья. Но исследователи интересуют не они, а то, что представляет огромную опасность для жизни самих бактерий. Это их микроскопические убийцы – фаги. Это 90% всей биомассы Земли составляют бактерии. Для того, чтобы они не могли размножаться бесконтрольно, заполоняя все экологические ниши, так или иначе существуют бактериофаги. Они уничтожают бактерии, не давая им размножаться. Бактериофаги – вирусы, целью которых являются клетки бактерий. Об их существовании мы узнали только в 20 веке. С тех пор ученые стремятся поставить эту невидимую и многочисленную армию на службу человеку. Охота на бактериофагов. Для многих молекулярных биологов сегодня это первоочередная задача. Впрочем, найти фагов совсем не сложно. Они всегда появляются там, где обитают их жертвы – бактерии. Теоретически вот. Здесь может быть в 10-100 раз больше фагов, чем бактерий. Особенно при такой температуре не все бактерии выживают, а фаги вполне могут это перенести. Поэтому посмотрим, я уверена, что здесь миллион фагов. 10 миллионов. Сконцентрируем, посмотрим. На нашей планете обитает более миллиарда миллиардов бактерий, а фагов в тысячи раз больше. Между бактериями и поражающими их вирусами идет настоящая война, которую мы не видим, не слышим, не замечаем. Каждую секунду бактериофаги по всей Земле уничтожают миллионные колонии бактерий. Встретить этих невидимых бойцов можно повсюду. И в грязной луже около дома, и в стерильных операционных. Если представить, что каждый бактериофаг будет размером с песчинку, то тогда Земля станет больше, чем Юпитер размером. И разнообразие их тоже очень велико. То есть, опять же, по оценкам, разнообразие видов бактериофагов где-то 10 в 15 степени. Это чтобы проиллюстрировать, это если каждый человек, обитатель Земли, будет каждый день открывать по одному новому бактериофагу, то на весь этот процесс потребуется около 30 лет. Внешне типичный фаг напоминает корабль из фантастического фильма. Перемещаясь в пределах своей вселенной, он приземляется на интересующую его планету – бактерию. Присосавшись к ней своими ножками, фаг прокалывает ее оболочку и впрыскивает свою ДНК. Внутри клетки начинается размножение фагов. От такого перенаселения бактерия буквально разрывается на части. Всего полчаса, и сотня новых фагов отправляется на поиски другой жертвы. Так количество вирусов-убийц увеличивается в геометрической прогрессии. Быстрее не размножается ни один организм на Земле. Из привезенных в лабораторию проб исследователи выделяют новых, пока никем не изученных фагов, чтобы проверить, насколько они эффективны или, другими словами, агрессивны, исследователи готовят бульон из бактерий. В жидкость, кишащую микробами, они добавляют выделенный фаг. Уже через несколько часов будет ясно, понравилось ли ему предложенное блюдо. Ну вот, как видно, всего за пару часов наш бактериофаг разрушил первоначальный бульон бактерий, и клетки все разрушены, и растворчик стал прозрачным. Вместо мутного бульона – прозрачная жидкость, в которой плавают обломки некогда живых клеток. Фаги разрушили бактерии и при этом в миллионы раз увеличили свое собственное количество. Маша, добрый день.
Сегодня нам нужно отобрать пробы на колифаге. Давай соберем все, что необходимо. Несколько пробирок и термосумка. Вот и все, что нужно для собирания фагов. Главное требование ко всем этим предметам – абсолютная стерильность. Ни одна пылинка, уж тем более ни одна бактерия, не должны попасть на эти предметы раньше времени. После закрытия внутри сохраняется температура до плюс 5 градусов, что позволяет доставить пробы в лабораторию в сохранности в течение 2-3 часов. Охоту на фагов ведут не только ученые. Почти каждый день лаборанты Мосводоканала отправляются к водоисточнику за колифагами, вирусами, чувствительными к бактерии кишечной палочки, чтобы проверить, не представляет ли эта вода угрозы для жителей города. Здесь недалеко находится водозабор станции водоочистки, откуда питьевая вода поступает в квартиры москвичей. И поэтому очень важен ежедневный контроль за качеством поступающей воды. В случае необходимости контроль не только ежедневный, но и многократный в течение суток. Если фага в кишечной палочке в воде слишком много, она опасна. Но, как ни парадоксально, сами фаги не причиняют нам никакого вреда. Просто они обычно появляются там, где обитает их жертва бактерия. Эту пробу воды мы доставим в лабораторию для того, чтобы проверить на колифаге, так как колифаги – это один из определяемых показателей качества воды. Один из главных инструментов проверки воды на колифаге – сама кишечная палочка. Ее специально выращивают в лаборатории. Затем на чашечку Петри, усеянную ей, капают привезенные пробы воды. Если фаги есть, они станут уничтожать бактерии и размножаться. Что происходит внутри бактерии, когда на нее нападают фаги? Когда генетический материал вируса попадает в бактерию, он разрушается и ломает ДНК или РНК бактерии. В первые минуты инфицирования внутренности клетки наполнены хаотично разбросанными обломками генетического материала. Но затем происходит невероятное. Отдельные части ДНК и РНК начинают складываться между собой как детский конструктор, безошибочно подгоняя деталь к детали, пока внутренности бактерии не наполнятся точными копиями фагов, поразивших клетку. Прошло 24 часа, и мы видим на чашке Петри прозрачные зоны, которые нам говорят о том, что в пробе воды присутствовали колифаги, которые разрушили клетки кишечной палочки. Цех очистки воды. Здесь природная вода фильтруется и становится пригодной для питья. Но в дома к москвичам она поступит только после очередного теста. Теперь сотрудники Мосводоканала проверяют при помощи фагов не только саму воду, но и качество своей работы. Если фаги все-таки есть, значит вода очищена недостаточно хорошо. Обнаружение показателя колифаги в пробе питьевой воды свидетельствует о том, что процессы технологические очистки и дезинфекции прошли с нарушением. Он достаточно устойчив к ряду и физических, и химических факторов. Он отличается своей длительностью, выживаемостью. Вот, поэтому его и используют с этой целью, как модель, как удобная модель оценки технологического процесса. Сегодня бактериофаги помогают человеку не только определять качество питьевой воды. Они оказались полезными и в других областях. Здравствуйте. 2002 год.
Заводчики голубей Москвы и Подмосковья забили тревогу. Почти одновременно в разных районах началась массовая гибель птиц. Эпидемию вызвала сальмонелла. Бактерия за считанные дни убила сотни спортивных голубей. Вывожу птенцов, и где-то 25-30 июля начинается падеж потомства, которое я взял в текущем году. С эпидемиями сальмонеллы регулярно сталкиваются голубеводы по всему миру. Каждый опытный заводчик знает, как решить эту проблему – антибиотиками. Но в этот раз привычное лекарство не помогло. Сальмонеллез продолжал опустошать голубятни даже на фоне самых сильных антибиотиков. Опасность грозила не только птицам, но и их хозяевам. Ведь эта бактерия легко передается от животного человеку. По законам природы, популяционным законам, чтобы сохраниться в этом мире и сохранить свою жизнедеятельность, бактерии на оружие человека, в данном случае антибиотики, придумывают свое оружие, придумывают свои факторы защиты против этого оружия, которые позволяют им сохраниться. Бактерии научились бороться с антибиотиками. Еще несколько десятков лет назад такая фраза вызвала бы смех. Но сегодня мир столкнулся с этим как с непреложным фактом. Бессистемное применение антибиотиков привело к тому, что с каждым годом появляется все больше бактерий, которые умеют с ними уживаться. Когда антибиотики начинают применяться неаккуратно, в огромных количествах, то они превращаются в некий экологический пресс, который вынуждает микробы приспосабливаться к ним более и более активно. И таким образом изначально совершенно безобидные бактерии превращаются в крайне неприятную для человека вещь. Если бы проблема устойчивости бактерий к антибиотикам ограничивалась голубятнями, они вряд ли говорили бы с такой серьезностью. Но почти в то же время в одной из московских больниц возникла вспышка сальмонеллеза. И также избавиться от инфекции не помогали никакие антибиотики. Меняли так называемые корзины антибиотиков, которыми лечили пациентов. Меняли дезинфектанты. Однако это все не привело к устранению данной вспышки. То есть по-прежнему поступающие здоровые с точки зрения сальмонеллеза пациенты приобретали эту вторичную инфекцию в стенах клиники. Это осложняло их текущее заболевание. Устойчивые к антибиотикам штаммы бактерий, как ни парадоксально, чаще всего возникают в самых стерильных местах – больницах. Постоянная дезинфекция и обработка, назначение антибиотиков пациентам должны оградить больных от бактерий. Но иногда получается наоборот. Одна случайно выжившая в таких условиях бактерия мутирует и перестает реагировать на лекарства. Она передает новые свойства всему своему потомству. Так возникает суперинфекция. 25 тысяч человек погибло в общей сложности в прошлом году от банальных инфекций, которые были вызваны антибиотикорезистентными штаммами. Это и стафилококкус ауреус, это и псевдомонас арагеноза. Данные виды бактерий известны, против них существуют антибиотики. Однако серия мутаций привела к тому, что в ряде лечебных учреждений путем многочисленных мутаций появились штаммы вот этих известных видов бактерий, которые устойчивы к существующим классам антибиотиков и дезинфектантов. Первый в мире антибиотик – пенициллин. Сегодня уже не используется. Не потому, что он плох. Просто бактерии давно научились с ним уживаться. На смену пенициллину пришло второе поколение антибиотиков. Через некоторое время срочно понадобилось третье. И эти препараты также беспомощны перед бактериями. Сегодня мы лечим все же четвертым поколением, а медики начинают разговор о необходимости пятого. Если устойчивость, скажем, к пенициллину, который был разработан в 40-е годы, у бактерий развивалась в течение 20-30 лет, то устойчивость к последнему поколению антибиотиков развивается сейчас в мире за
2, 3, 4 года. И с каждым новым поколением антибиотиков сокращается период, за который бактериальные штаммы вырабатывают в себе способность противостоять антибиотикам. Разработка нового поколения антибиотика – дело сложное и затратное. На создание одного препарата может уйти десяток лет. Успеют ли фармакологи создать его вовремя? Впрочем, у антибиотиков, возможно, есть достойная замена. Заходи. Как ваши дела? Как птица? Нормально. Вот это вся молодежь 12-го года. Значит, зиму перезимовали. Никто не болел. Значит, все готовы к спортивным соревнованиям. Эпидемию сальмонеллы в московских голубятнях удалось победить. Помогли в этом не антибиотики, а бактериофаги. Специалисты Московской ветеринарной академии подобрали нужный фаг и на его основе создали новый препарат. Уже через несколько месяцев эпидемия сошла на нет. В данном случае против сальмонеллеза, бактериофаги, мы выделяли из сточных вод птицефабрик, из пометных вод голубятин. Определив наиболее активные бактериофаги, готовили из них препарат. Фаговый препарат против сальмонеллеза оказался эффективным не только на голубятнях. Сегодня ветеринары внедряют его и на птицефабрике. Но уже не для лечения, а постоянной профилактики сальмонеллеза. Пока что роль такого профилактического средства играют антибиотики. Бактериофаг – это хорошее средство именно санирования. Он жив, пока в организме есть хоть одна бактерия, и он будет ее искать. Фаги оказались незаменимым средством и для борьбы с бактериями человека. На что жалуетесь? Ну, сейчас болит в горле, немножко першение есть. А вообще так часто ангина бывает. А насколько часто бывает? Ну, раз в два месяца бывает. Раз в два месяца. И как обычно вы лечитесь? Обычно антибиотик, конечно. И помогает? Ну, иногда помогает, иногда не помогает. Не помогает. Ну, давайте мы сейчас, во-первых, посмотрим, что там у вас в горле, да? И, в общем-то, сделаем посев. Хорошо? Хорошо. Хорошо. Принимая антибиотики без консультации с врачом, пациент рискует вырастить в своем организме новый штамм, нечувствительный к лекарству. В лаборатории микробиолог находит в пробе пациента бактерию, вызывающую болезнь. Это золотистый стафилококк. Раньше его лечение ограничивалось приемом курса антибиотиков. Но вылечат ли они сегодня? Необходимо проверить. Микробы, выделенные от пациента, засеяны на две эти чашки. На одной из них мы проверим чувствительность микробов к антибиотикам. Здесь 8 различных антибиотиков. А на этой чашке мы проверим чувствительность выделенного микроба к бактериофагу. Наношу одну каплю бактериофага. Чашки помещаем на сутки в термостат, и на следующий день мы увидим, к чему чувствителен наш выделенный микроорганизм. Золотистый стафилококк, взятый от пациента, оказался устойчив ко всем типам антибиотиков, которые должны были его убить. Зато бактериофаги проявили себя активно. Теперь лаборант должен выбрать, какими именно фагами лучше всего лечить больного. На культуру золотистого стафилококка нанесены 4 различных бактериофага. Один из них полностью подавляет рост золотистого стафилококка, остальные 3 только частично. Это позволяет выбрать оптимальный бактериофаг для лечения больного. Антибиотики – своего рода оружие массового поражения. Они способны убивать любые живые организмы. Бактериофаги же исследователи сравнивают со снайпером, бьющим только по одной мишени. На поверхности бактериальной клетки находятся специфические белки. У разных видов и штаммов бактерий эти белки разные. Каждый фаг способен заметить один единственный тип сигнального белка, а значит и поразить только определенный штамм бактерий. Не нащупав свои сигнальные белки,
фаги не станут нападать на бактерию. Нельзя придумать или там найти, или изобрести, или сконструировать некий универсальный бактериофаг, который так же, как антибиотик, будет действовать на любые микробы в течение десятилетий. И потом, может быть, там, к нему возникнет устойчивость. Здесь все не так. Здесь это очень тонкий инструмент. Бактериофаги – это очень специфические зверюшки. Они инфицируют даже не отдельные биологические виды, а некий диапазон штаммов внутри этого вида. Чтобы создать новое лекарство против определенной бактерии, исследователи должны подобрать для нее специфический фаг. Для этого они отправляются туда, где интересующая их бактерия обитает в больших количествах. Здравствуйте, Вера Николаевна. Добрый день, Андрей Викторович. Я за материалом. Можно? Пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте. Бактериофаги для терапии исследователи находят в самых неприглядных местах. Как правило, в сточных водах или продуктах жизнедеятельности животных. Одним из самых удобных производителей фагов являются лошади. Строение их желудочно-кишечного тракта – благоприятная среда для развития бактерий и их вирусов. Особенности физиологии пищеварения у лошадей таковы, что условия жизни бактериального сообщества в их толстом кишечнике более благоприятствуют развитию там фаговой инфекции, и поэтому вирулентные фаги, которые должны постоянно инфицировать бактерии, они не могут в них спрятаться надолго, там, так сказать, расцветают пышным цветом. В организме лошади кишечная палочка соседствует со своим главным врагом – колифагом. Чтобы получить образцы бактерии и поражающего ее вируса, сложных операций не требуется. Все, что интересует исследователя, находится прямо у него под ногами. Безусловно, лошади могут считаться источником потенциально полезных для терапии фагов. Почему бы и нет? Собственно, их сообщество фагов очень разнообразно и интересно. Собранный на конюшне биоматериал попадает в лабораторию. Здесь исследователи проверят, достаточно ли фагов во взятых пробах и насколько они активны. Мы видим прозрачные пятнышки, дырки, или в науке их называют фаговыми бляшками, которые выросли на том месте, куда попали отдельные частицы бактериофагов. Они вызвали там некое подобие уничтожающей эпидемии, убили все бактерии, так сказать, в некоторой окрестности от первой зараженной клетки, и поэтому мы можем видеть эти частицы фагов, которые дали начало вот этим вот бляшкам. Их можно посчитать и прикинуть, сколько частиц бактериофага содержалось в одном миллилитре этого экстракта. Но просто выделить фаги из природной среды недостаточно. Прежде чем из того или иного фага будет сделано лекарство, он должен пройти целый ряд испытаний и доказать свою безопасность для человека. Помимо активных фагов, существуют еще и умеренные. Они также вводят свой генетический материал внутрь бактериальной клетки. Но процесс размножения не начинается. Вместо этого ДНК фага встраивается в ДНК клетки. При размножении бактерия будет передавать потомству уже этот, обновленный тип ДНК. Так возникает принципиально новый штамм бактерий, обладающих неожиданными свойствами. Например, к собственным фагам они станут резистентны, то есть нечувствительны. Поражаются те органы, которые при данной инфекции не должны поражаться, появляются те симптомы, которые не должны появляться. Это одна проблема. И вторая проблема, если профаг несет в себе ген антибиотикорезистентности, то данная бактерия, которая раньше подвергалась лечению данными антибактериальными средствами, приобретает свойства антибиотикорезистентности. После расшифровки генома нового фага исследователи сравнивают его с международной базой данных. Если в ней данный фаг значится как безопасный, из него можно делать лечебный препарат. Простой тест подтверждает, насколько эффективно препарат будет бороться с бактерией. В первую пробирку мы внесли наш бактериофаг.
Дальше методом десятикратных разведений я переношу из одной пробирки в последующую. И так делаю целый ряд. Затем, начиная с первой пробирки, я одинаковое количество вношу уже определенных микроорганизмов. На следующие сутки я уже смотрю, до какой пробирки у меня она стала среда прозрачной, а с какой началась мутная. То есть там, где последняя прозрачная пробирка, это значит, наш бактериофаг лизировал нашу культуру. И это есть его активность. Спустя 100 лет после открытия бактериофагов они стали незаменимым помощником человека. С их помощью были спасены тысячи жизней. Ученые верят, что это только самое начало, ведь фаги – огромная вселенная, в которой нам пока что удалось исследовать лишь небольшую часть.